В Иванове открылся юбилейный текстильный салон. Впервые он проходит в текстильной академии. В этом году салон подводит своеобразный итог своей работы за последние 20 лет. Поэтому в показах будут участвовать исключительно ивановские модельеры и дизайнеры. Они представят около 50 коллекций одежды. Принцип подготовки и концепции этого текстильного салона – показать, с одной стороны, что лучшие как бы коллекции, которые были у нас, ну не все на протяжении истории, их очень много, это несколько десятков тысяч коллекций было разработано, но лучшие мы все-таки покажем. Во время торжественной церемонии открытия мэтр отечественной моды и бессменный президент текстильного салона Вячеслав Зайцев выразил теплые слова благодарности организаторам конкурса за долгие годы плодотворчества. Сотрудничества. Совершенно удивительная жизнь. 27 месяцев с ней живем, работаем, просто как родственники. Маргарита Михайловна, я поздравляю вас, ваш коллектив с огромной победой. Я считаю, что 20 лет это огромная жизнь, прожита зря. Спасибо огромное. Участие в показах исключительно студентов и учащихся профтехобразования – отличительная черта салона в этом году. Организаторы конкурса подчеркивают, что главная цель этого мероприятия – поддержка отечественных молодых дизайнеров. Это миссия сделать и создать отечественный рынок индустрии моды. Мы считаем, ничего нет невозможного. Это реальная технология поддержки отечественного производителя. Та молодежь, которая 20 лет назад впервые показывала свои труды, своего творчества в текстильном салоне, она сегодня это уже состоявшаяся мэтр моды. Текстильный салон будет открыт на протяжении 2 дней. Кульминацией праздника станет показ новой коллекции вечерних платьев от Вячеслава Зайцева. Кроме того, по итогам конкурса будут выбраны лучшие коллекции студентов-дизайнеров. Текстильный салон лишний раз доказывает, что несмотря на сложную ситуацию в отрасли, мода никогда не стоит на месте. Анастасия Николаева, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.